Добрый день, дорогие подписчики. Хочу вам показать работу ленточной пилорамы. Работают два лучших рамщика города. Вот так. Так, добывают опилки, блин. Вот так, легким движением руки из бревна получается досточка. Вот так с бревен получаются досточки. Вот здесь такие у них записи, записывают размеры и меряют линеечкой. Вот такие тут секретные записи. И получается досточка, брус и всякий пиломатериал. Вот она, бревнышко. Вот они на манипуляторе. Я их ложу сюда на эстакаду. И вот получается продукция. Вот такая. На все случаи жизни. Кто какую заказывает, такую и пилят. Вот так. И досточки, и горбылики, и всякая всячина. Сюда материалы. Так, нехитрым способом получаются досточки. Но если смотреть со стороны, кажется, что так все легко и просто. Но если браться за раму, не в каждую получается. Так что тут должны быть свои всякие навыки, сноровки, всякие премудрости. Но у нас люди обладают таким талантом. Вон, видите, сразу посмотрел и погнал. Ну, ребята, пилорама пилорамой,
А мне надо грузить на эстакаду. На улице плюс 30. Тепло, хорошо. ЗИЛ он мой торчит. Вот так, страшно выиграть. Суровый автомобиль. Мое рабочее место. Подгрузила 4,5. Сейчас скину, пускай ребята работают. Вот так, ребятушки. Кому нравится такое видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, пишем комментарии.